Всем привет! Сегодня я хочу поделиться своим заказиком из Oriflame. У меня продуктов было немного, но я думаю, вам будет интересно. Так, заказывала я вот такой вот. Пришло мне, кстати, все вот в таком вот пакетике обычном. Вот, и заказала я вот такой вот тальк для тела. Это океанский бриз. У него такой легкий-легкий вообще запах, практически неощутим. Сначала, когда ты его применяешь, он немножко есть на теле, такая появляется свежесть, прям кажется время от времени, что это жжение какое-то, но потом оно плавно проходит и получается такой небольшой запах, даже не запах, а ощущение какой-то свежести. Вот, мне эта штучка очень понравилась. Здесь 100 миллилитров. Вот, мне очень понравилось это средство, буду заказывать еще. Так, еще я заказала кисть для румян. Она была вот в таком вот пакетике обычном, ничего особенного. И сама кисть выглядит вот так вот. Мне кажется, что это не натуральный ворс. Я, конечно, очень слабо разбираюсь в этом, но у меня такое ощущение, что это искусственный ворс. Вот. Что хочу сказать по поводу кисти. Получается, я прибежала домой, думаю, да, я попробую, в общем, решила ее помыть. И что? И я даже не знаю, как это сказать. Я была в шоке, потому что когда я ее начала мыть, у меня начала вымываться какая-то краска из нее, начали лезть волоски, в общем, ворс вылазил. Это ужасно, это просто ужасно. Я не знаю, я в таком шоке была, что как бы я раньше заказывала кисти из Oriflame, и никогда ничего такого не было, а тут, ну, блин, я просто в шоке была. Мне, я в ужасе была, потому что ожидания, конечно, не оправдались мои. Как вы можете заметить, она немножко пушится вот по вот этим вот бокам. Сама она идет полукругом. Она более-менее плотно набита в самом вот в середине где-то. Здесь чуть пушится. В общем, я уже ею пробовала наносить румяна. В принципе, ну, прикольно, хорошо наносит, ничего такого, не знаю, она не делает плохого, но борьба с выпадением ворса, не знаю, пока еще не выпало ни одной волосинки, но я, можно так сказать, плоскогубцами, вот видите, вот это вот крепление само, я его немножко, как это сказать, придавила, и получается после этого еще ни одной волосинки не выпало. А до этого, я вам говорю, это просто жесть, я не ожидала такого от Oriflame. Я ничего не говорю, может, другие кисти и хорошие, но у этой цена была там не особо, в принципе-то, и дешевая, и, в общем, ожидала я большего. Но буду пользоваться, я, можно сказать, ее починила, и она меня, в принципе, устраивает. Так, еще я заказывала такое вот мыльце от Nature Secret. Это у меня жожоба и манго. 75 грамм здесь. Очень хороший запах. Ну да, манго. Ну и жожоба чувствуется. Ну, мне очень понравилось это мыло. Как на тело я еще не пробовала, но запах бесподобный.
И в подарок мне дали мыло вот такое вот от серии Discover. Это у меня идет папайя. Здесь такой немножко свежий запах в перемешку с папайей. Вот. Ну, в принципе, неплохое мыло мне тоже понравилось. Буду пользоваться. Здесь, кстати, больше, здесь 100 грамм. Вот. Но больше всего мне понравилось вот это вот мыло. Так что обратите внимание. Вот это были все продукты, которые я заказывала из Oriflame. Вот. Надеюсь, что вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы, либо просто комментируйте. В общем, в комментариях пишите мне что-нибудь, будет очень приятно. Всем спасибо, всем пока.